Мы считаем, что недополучение в бюджет нашего города будет как минимум составлять 1 800 000 000 гривен. Мы недополучим в бюджет. Это такие еще оптимистические прогнозы, если дальше не будет ухудшаться ситуация. Ну и, конечно, многие потеряли бизнес. Одесский порт не работает, он заблокирован. А порт — это не просто порт, корабли, это целая большая инфраструктура вокруг порта. Это компании стивидорные, это все, что с этим связано. Это вся логистика транспорта. Все это сегодня стоит.